Перед вами нерукотворный образ «Дух мухомора». Назвал я его «Дорога времени». Почему он нерукотворный, объясняю. Для его изготовления берете шляпку мухомора свежую, ну лучше побольше, конечно. Вечером кладете его на подготовленную поверхность, а утром снимаете, и здесь остаются у вас споры мухомора. Я научился их закреплять. Этот образ обладает целебными свойствами. Если смотреть в середину этого образа в течение минуты, затем закрыть глаза, вы увидите яркое белое пятно, в которое втягиваются все ваши болезни и невзгоды. Образ выполнен на дне от старинной бочки, в которой засаливались всевозможные соленья, в том числе и грибы. Этот образ, дух мухомора, я выставляю на благотворительный аукцион в помощь программе возрождения родников России. Начальная цена 5000 евро. Звоните, договоримся. Заходите на наш сайт, там много чего интересного.